Тринити надо. Кирилл, где Лена? Я хочу запустить их. Ты где, Кирилл? Да, Филипп, что тебе надо? У меня арена. Я провожу с Инфилис надо крутые эксперименты. Что за эксперименты? Пойдем, покажу. Пойдем, Филипп, я тебе такой крутой покажу сейчас. Вот. Филипп, я хочу сделать самый гигантский Инфинити Надо. Смотри, я сделал уже стандарт огненный клинок и крэк огненный клинок. Кирилл, ты что, их вместе соединил? Они не сломаются? Да, конечно же, нет. Это очень крутой Инфинити получится. Давай попробуем тройной запустить. Тогда я буду против тебя сражаться небесным вихрем. Крэк! Ребята, смотрите, какой у нас будет первый батл. Тройной огненный клинок и двойной небесный вихрь. Ну все, поехали. Надо! Надо! Нас соединился! А я против вас двое сражаюсь. Крутой бой! Нати! 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 Калати бом! Калати! Сражаются только две бочки. На Нати! Давай, огненные клинки! Давайте, выиграйте этим кукушку! Давай уже! Один уже бит. Давай! Супер! Атака! Давай, выиграй! Небесный вихрь! Я буду четверное делать. Я возьму прыгку панду. Учитесь, ребята, как это делается. Так, берем мой любимый ключик золотой. Убираем наконечник. И убираем заглушку. А в этом огненном клинке нужно убрать только заглушку. И еще тебе надо сделать обратное вращение. Потому что так они не будут соединяться. Вот, видите? Они так просто никогда не соединяются. Филипп, какую заглушку выбираешь? Прыгай панду, ура! Так. И последнее. Штрих. Ха! Вот это мощь! Сейчас попробуем запустить. А у меня сборный надо. Прикольно. Заглушка небесного вихря. Кольцо ночной совы. Это кольцо ночной совы. А это огненного клинка. Сразу три духа. А у меня четыре духа. Бой готов. Давай, Филипп. Бочка выиграла! Нет, это не считается! Это щитово! Нет! Бочка вот такая! Нет, это не считается! Ну еще раз тогда будем делать пятерной! Ты же меня вообще разнесешь! Да, я уже вот такую хочу! Смотрите, ребята, я добавил еще один Инфинити Надо. Теперь у меня их 5. И сейчас я вам покажу пословицу. Огненный клинок. Прыгкая панда. А ты кем будешь сражаться? Я ему кольца меняю. Кому? Ему. Знаешь, что мой пятерной все равно победит. Я лучше расслабишь, как на отдых. Смотрите, какого Филипп собрал. Это небесный вихрь и огненный клинок. И ночная сова. Кольцо осталось.
Он хоть и маленький, но красиво будет разлетаться. Мой сделает его в лепешку. Пах! Ну давай, давай, быстрее уже делай. Опа-па, тяжеленькие. Так, встанем, чтобы мама покрутила быстрее. Надо! Надо! Опаньки! Опаньки! Я тебя... Юпи! Просто бум, и все. А шесть слабо сделать? Я не слабо, сейчас сделаю. Только ставлю. Я сейчас буду делать шестой инфинити. Я возьму искрящуюся бабочку. У нее дух огненного клинка есть немножко. Какой шестерной гигант получился. Огненный клинок, огненный клинок, огненный клинок. Прыскай, панда, прыскай, панда. Искрящийся бабочка. Сколько много. Фух. А я сейчас буду сражаться мега-силачом. Воздушный кулак и прыткая пандочка. Опаньки, какой он тяжелый. Как я его запускать буду? Давай запускать, давай. Поехал, Филипп. Надо! Когда я выиграю этого сильнича. И зона таки доля. Иди, уфи! Ура! Круто, они у нас разлетаются. Ребята, давайте берем семерную, это будет круто. Так, я хочу взять. Куда? Я хочу взять три огненных клинка. Хочу взять еще Call Shadow. Только один. Вот они. Вот Call Shadow. Вот так. Теперь вот так. Это шесть. Теперь берем мой волшебный ключик. И добавляем туда моего любимого небесного вихря. Кстати, это эксклюзивный волчок из большого набора для трюков. Ребята, проверяйте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такой же тяжелый. Филипп, кого будем громить на этот раз? Громить, громить! Разгромить! Кирилл, дай мне хоть разок запустить твой большой. Ладно, конечно, пришло время тебе запустить Семернова, а я тогда Крэка Небесного Вихря. Ты зачем сюда забрался? Тут твои пятки видно. Так мне тут удобнее запускать. Филь, встань на пол, Филь. Здесь? Сейчас я выиграю его! Давай! Давай! Давай, давай! Давай! Раскромсай его! Юпи! Юпи, 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 юпи! И лапки не забудьте! И лапки не забудьте! Кирилл, давай 8! Соберем! Филипп, давай строим супер-макси-бой! Хватит мелочиться!
Сразу все сделаем. Ха-ха-ха-ха. Посмотрим, сколько влезет. Ребята, хотите посмотреть, что у меня в итоге получилось? Вот такая башня. Она очень-очень тяжелая. Здесь 10 инфинити надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я сейчас у Филиппа взорву его. А ты будешь сражаться? Вот этим. Красивая бабочка. Филипп, ты готов, что твоя бабочка разлетится? Ага. Но мне придется встать. Это будет сложно провернуть, но мы это сделаем. Давай, Филипп, запускай. Не надо! Надо! Давай, надо влезть! Это было жестко! Надо.